Приветствую тебя, коллега, на очередном уроке в нашем тренинг-центре. В этом уроке мы поговорим, почему так важно получить практический навык общения в социальных сетях. Почему именно личные приглашения – это тот навык, который вам необходимо освоить в первую очередь. Без этого навыка вы упретесь в стену, о которой я вам сейчас расскажу. Уверен, что если у вас есть какой-то опыт по работе в социальных сетях, если вы пытаетесь в социальных сетях продвигать какой-то бизнес, вы наталкивались на рекламные предложения, которые предлагают вам научиться получать десятки клиентов в вашу MLM-компанию. Вам показывают какие-то скриншоты WhatsApp-ов, куда люди пишут «хочу узнать больше». Все это на неподготовленного человека действует магически. То есть человек начинает думать, что он чего-то не знает, чего-то не умеет, и жизнь проходит мимо него, а он занимается чем-то не тем. Коллеги, пожалуйста, поймите, если вам кто-то говорит, что он вас научит получать с помощью платной рекламы десятки или даже сотни клиентов за день в вашу MLM-компанию, этот человек вам просто в наглую врет. Потому что цель любой рекламной кампании – получение не клиентов, а получение заявок. А в терминах нашей платформы – получать анкеты. Это контактные данные человека, который заинтересовался вашим рекламным предложением. Да, сейчас люди, которые умеют настраивать рекламу, научились создавать красивые офферы, то есть красивые рекламные предложения, которые бьют по болям клиента. И, конечно, люди на эти рекламные предложения реагируют. Да, конечно, они нажимают на кнопку «Связаться», «Узнать подробнее», их контактные данные считываются в лид-форму, либо сразу летит стандартное, уже подготовленное предложение «Я хочу узнать больше» в WhatsApp. И вот это все вам показывается, как будто бы на этом работа уже закончилась. Поверьте, на получение анкет работа только начинается. Вам необходимо этих людей перевести из потенциально заинтересованных, из состояния лид, в состояние клиент, то есть человек в вашу структуру. Видите на нашей платформе конкретное разделение – анкеты и структура. Вот ваша задача – научиться переводить людей из анкет в структуру. Как это можно сделать, имея контакты человека? Да только одним способом – начать с этим человеком общаться. Поэтому навык общения в социальных сетях – это самое важное, если вы хотите выйти на конечный результат, на людей в вашу структуру. Потому что можно потратить деньги на создание рекламной кампании, оплатить услуги человека, отдать ему там 10 тысяч рублей за настройку рекламной кампании. Можно еще 10 тысяч отдать на рекламный бюджет. Однозначно вы получите эти анкеты с контактами людей. Но что дальше? Если вы не можете перевести лида в клиента, вы не умеете это делать, и вам никто не может помочь, а на первом этапе помощь, которую вы должны получить, это помощь вашего спонсора, который поможет вам обработать заявки и перевести часть этих людей в вашу структуру. В зависимости от качества этих заявок, как вы их получили, не обманули вы ли людей своим рекламным предложением, насколько опытен ваш спонсор в плане общения, в плане убеждения, обработки негативных возражений. Это все, о чем говорит президент в 4-м уроке. Пожалуйста, внимательно его изучите и запишите себе красным шрифтом. Основная ваша задача, чтобы получать результат в социальных сетях, это научиться с людьми общаться. И ничего сложного в этом нет, если вы имеете хотя бы какой-то опыт общения, если у вас есть желание, и если вы внимательно изучили уроки 3 и уроки 4 нашего президента. Пересматривайте эти уроки регулярно. Обновляйте свои знания, оттачивайте диалоги в социальных сетях, советуйтесь с людьми, которые приглашают. Вот такая совместная работа, совместное обсуждение, помощь друг другу позволит вам выйти на результат. Следующие уроки посвящены у нас способам приглашений в мессенджерах и голосу. Здесь уже будет все проще, если вы внимательно изучили методику приглашения в социальных сетях.